Молодая гвардия «Единой России» отметила свое десятилетие. Одна из главных задач общественно-политической организации – работа со студентами, защита их прав, обсуждение и решение актуальных проблем. В рамках празднования первой круглой даты будущие политологи, экономисты, журналисты провели встречи с лидерами организации и представили свои проекты. Мы хотим услышать в первую очередь их о том, какие у них на сегодня есть актуальные инициативы, и помочь им их реализовать. Потому что молодая гвардия позиционирует себя как пространство возможностей для тех, кому не все равно. И мы даем возможности для самореализации молодежи, в том числе и студенчества в частности. За 10 лет работы молодой гвардии были успешно реализованы несколько федеральных проектов, предложенных студентами. Это создание бизнес-школ, проведение молодежных фестивалей, стажировка выпускников вузов в крупных компаниях, что дает им возможность в дальнейшем устроиться на престижную работу.